Лови преступников в полиции, внедряйся к бандам ФСБ, защищай военную часть, совершай налеты и проворачивай нелегальные дела в криминальных структурах. Либо веди более спокойную жизнь, спасай людей, зарабатывай деньги и начинай свой бизнес. Ты можешь все, только в игре Amazing Online. Скачивай бесплатно по ссылке в описании. Все, отлично. Итак, дерзко, Катана тебя слышит на стриме. Катане сегодня... Да, Катаночка. 24 года ему исполнилось, как я понял, правильно? Да, 24. Ты можешь вертолет ебануть? Ради тебя? Конечно же, нет. Короче, слушай меня сюда. Я скажу честно, я мало знаком с вашим творчеством обоих, блядь. Я лишь помню Колю по этому, блядь, разрывной, по стримам с... Золиком, про тебя я помню, что ты был его менеджером. Ну, может быть, и сейчас являешься его менеджером, правильно? Я просто, ну, не сильно шарю. Опять-таки, за какие-то косяки я тоже тебе предъявить не могу, потому что я их просто не знаю. Ты для меня вот их просто нет. Человек в интернете. Ну да, да. Сомневаюсь. Но все же, смотри. Я создал шпану, если что. Ну тут у нас все создали шпану, блядь. Нет, я создал. Официально я ее создал. Я создал шпану, братан. Даже не обращай внимания. Я тебе хочу сказать одно. Ну даже не одно, да хуя я тебе хочу сказать. Во-первых, я тебе действительно от души хочу пожелать, чтобы в твоем окружении были люди, которые будут тебя только тянуть наверх. Никаких уебков, которые будут тебя грузить своей хуйней никому не нужной. Вот эти, бля, мрази, твари, которые просто тебя будут тянуть на дно, блядь. Этих мы сразу отсеем. Поэтому я тебе желаю, чтобы у тебя были только преданные друзья. Соответственно, Никоглав должен уходить из своих друзей. Это сам говорил, он тебя налимует, нахуй. К чему я вел просто, чтобы ты понимал. Нихуя себе, я единственный ему подарок сделал, ты такую пиздишь хуйню. Ты что ему подарил? Ты преданный. Ебать. Я вот фоткай меня, потом на стену повесишь. Вот вам подарок. Это что подарок? Это же Драчилова ебаная. Ну кто такой подарок? Ну, минусы будут, фоткай меня, потом повесишь. Слышь, дерзко, я так понимаю, то, что ты отличник по химии, да? Я не отличник, к сожалению, под химией. У меня оговорочка. Короче, естественно, тебе нужны люди в окружении самые лучшие, самые качественные. Чтобы никто не тянул на дно, и у тебя было все хорошо. В твоих отношениях у тебя девушка, насколько я знаю, есть, правильно? Да. Как ее, Лиза зовут? Не, Лера. Лера, вот, сори, попутал немножко. Смотри, я желаю вам... Ну, за твою ошибку, блядь, я, наверное, получу... Просто я не знаю, какая из них двоих, ты мне про одну рассказывал, про Лизу, сейчас у тебя есть какая-то, я хуй поймешь. Короче, Лере, да Лиза, там привет, про Лизу нельзя было сразу говорить, потому что Лиза его вторая, блядь, любовница, по которой Лера нихуя не знает. Бля, это мои проблемы, что, ну, как бы он не уведомил Леру об этом. Это как в этом меме, знаете, типа, передать своим родителям, своей жене, своей девушке. А потом не жене, а девушке только. Да, да. Вот, в ваших отношениях я хочу вам пожелать только благополучия, чтобы вы не ссорились, у вас не было каких-то разногласий, чтобы у вас было все охуенно. Ну, опять-таки, вот это все охуенно не всегда интересно. Когда все слишком гладко идет, уже какая-то скука начинается. База. Я вот хочу вам пожелать в отношениях, чтобы вы не переходили за границы дозволенного, и у вас всегда отношения к чему-то стремились, и этого не достигали, чтобы была постоянная прогрессия. То есть, чтобы вам было интересно вдвоем, чтобы вы там любили друг друга, чтобы у вас было все, ну, супер кайф. Чтобы как у тебя, да, вот с Дашей, да? Чтобы как, да, как у меня. Я поздравляю тебя, кстати, слушай. Что... Подожди, а что поздравляю? Не забыл. А Дашу же спиздили, нет? Или я что-то не понял в конце? Да, Блеб прибежал, забрал Дашу, но я ее отвоевал, нормально все. Свое благополучие, чтобы у тебя было такое количество денег, которое тебе требуется. Ну, сколько у Калина будет, столько и у меня будет. А, то есть ты этот, я понял, блядь. На хлебник. Подсос. Паразит, да, блядь. Я тебе желаю, чтобы твой пылесос на рту, который у тебя расположен, чтобы он сосал максимально. Это если что, тебе, бля. Он с прошедшим тебя поздравляет, Колян, тебя тоже. Нет, это тебе. Сладкие мои, я хочу, чтобы у вас... А, подожди, вы прям друзья. Или вы как? С Катаной? Мы близкие товарищи. Коллеги. Вот, близкие товарищи, коллеги. Я хочу вам пожелать обоим уже, чтобы ваши отношения не приходили к завершению, чтобы они всегда были.
взаимовыгодные, и чтобы вы всегда готовы были помочь друг другу при любых обстоятельствах, чтобы никто, сука, не давал заднюю, чтобы все было по-честному. А если я один раз дал в заднюю? В заднюю дал, но, ну, смотря как... Слушай, мне аж понравилось, Колян. Ну... Давай, иди нахуй сюда, блядь, сядь на стул, блядь, и едь в Россию, ебаный рот, блядь. Я поеду к нему, нахуй. Россия, или подожди, откуда я не слышу, блядь. Катана откуда? Да, Катана откуда? Нет, конечно, молдаван такой же, как я. Я русский. Кто ты, блядь? Вот, правильно, да, правильно, молдаван, молодец. Блядь, вот это молодец. Это я купил тебе паспорт, блядь, чтобы ты съебал хоть сюда. Челлендж выполнял. Я не думаю, что за 10 тысяч баксов кто-то будет этот челлендж выполнять. Мне кажется, ну, техники у тебя какие-то, ну, милитаризрические, нахуй. Подожди, ты думаешь, этот челлендж того не стоит десятки тысяч долларов? Нет, это челлендж прикольный, блядь. Даже близко, даже близко. Ну, за сотку я бы еще, может быть, рискнул. Подожди, за сколько бы ты дерзко выполнил такой челлендж? Я не за сколько, я бы за $1 миллион, за 10 миллионов долларов, я клянусь, я бы не сделал такого. Почему? А ты боишься, что тебе этих денег потом не хватит? Откупиться? На что? Откупиться, блядь? От кого, нахуй? От страны, которая мне нравится? От России, которую я люблю? Или что? Я паспорт твоей страны жрал, нахуй! Ты, нахуй, мой уёбище, мой подарок испортила! А ну, блядь! Я жрал твой паспорт! Подарок твой сожрали, блядь! Алло, нахуй! Ну вот ты посмотри, блядь, это разве дружба, нахуй, блядь? Бля, не, Жаль. Ну вот минус рэп хуярят в чате, я думаю, но никто это не знаю. Никто не хуярит, да, никто не хуярит. Все хуярят плюс рэп за съедание такого. Ага, то есть вот так вот. Ты заебал дергаться, нахуй. Минус рэп? Это плюс рэп. Нет, это никогда минус рэп. Ну ты таракан, это ты можешь подаришь мне вот то, что там? Послушай, не смотри даже на мои салфетки, нахуй. Ну, после спермы салфетки у меня там, которые, когда я, знаешь, подрочил, на себя залил, вытерся, поставил, он хочет эти салфетки себе в подарок. Не, ну там еще что-то я есть. Я не знаю, нахуй ему эти салфетки, блядь, я ему них не отдам. Я что хотел узнать? Мне модеры пишут, что ты 8 декабря будешь, ну, одет в костюм латексный, кожаный, черный и кричать «Boy Next Door»? То есть у тебя косплей на Гачи-Мучи, короче, будет? Да, к сожалению, сегодня у меня был аукцион, в котором победил косплей на Гачи Мучи Вана, блядь, но это не я. Подожди, ты реально, ты же оденешься в латексный костюм я и будешь... Я уже заказал его, да, с Алиэкспресса, я тебе фотку могу скинуть. Костюм. Давай. И будешь с плеткой, ты ж... Бойный... Слышь, дерзко, такой вопрос еще. Тебя вдохновил, на, по факту, на этот образ... Есть стример такой, раньше был американский, сейчас хуй знает где, он тоже лысый. Тайлер который? Да. Не, если честно, я вообще только постфактум понял то, что мы похожи с ним. Ну да, типа я... На Тайлера, ты думаешь, который... Тайлер? Вот Тайлер, он Лигу Легенд стримит, я его смотрел. Да, он целыми днями, блядь, уже Лигу Легенд хуярит, он ничего больше из себя не представляет. Сегодня я тебе в Телеграме кину. Ну, посмотри. Давай посмотрю. Это костюм, который ты заказал, да? Это с Алиэкспресса, да, который я заказал костюм. 3815 рублей. Сколько? 3000 рублей? 3815 рублей, блядь. Это сколько? И там даже нету штанов. Я хочу на стриме эту фотку показать. Ты в натуре ровно так и будешь выглядеть? Ну, там штанов нету, я без штанов буду единственное. То есть там вот эти запястья, вот это на груди хуйня, шляпа вот эта и все. Бля, так а будь в трусах, братан. Я тогда на стриме показываю... То, что ты мне скинул. Давай. Короче, смотрите, как дерзко будет выглядеть 8 декабря. Я думаю, это наряд для какого-то шоу моего. Я не знаю. Вот так будет дерзко выглядеть, смотрите. Вот дерзко, и вот в эту хуйню он себе заказал. Вот так он будет. Делай. Это был только что мой личный вертолет, братан, ты понял? Братан, он тратит всю энергию на эту хуйню. Это был мой личный вертолет, блядь. Это, понимаешь, это можно сохранить и в будущем, знаешь, когда детям показывать через лет 30, смотрите, мне 24 года подарил дерзкий вертолет. А я тогда... Ладно, я залезал 15% своей силы, нормально. Я ставлю, блядь, на сладкое, нахуй. Это еще не во всю силу. Спасибо тебе большое, дерзкое. Да, пожалуйста. Ладно, ребятки, не буду вас отвлекать. Давай, дерзко, красавчик.